Ну классно, правда? А то выйдешь опять с трагедией какой-нибудь. Вы меня забираете, рано еще, да, рано. Не, можно убирать. Как? У меня память еще хорошая, несмотря на года. Ты уверена, что надо забрать, да, вот? Да. Ну пусть стоит, чего же жалко. Ну пусть стоит. Я сейчас спою частушки, которые забраковал Галкин. Ну тебе лучше уйти. Да? Да, это же мой концерт, боже мой, выгоняют из дома. Ты же их забраковал. Про любимый домик, какая-то сказка. Он говорит, что его воспитание, его интеллигентность, видите ли, не допускает даже рядом с вами постоять во время этих частушек. А вообще, честно говоря, ничего у них особенного нет. Подумаешь, он мне должен был сказать: черти, где тебя носили? Жду тебя из четверга. А я должна была ответить: я отпиливала Филе его новые рога. Ах, Филя, он может обидеться. А мне уж наплевать, обидится или нет. Так что я спою. Давай. Пожила я стала. Ну а так как я жила, всем так жить желаю. Говорят, что я артистка, да еще капиталистка. А у меня в швейцарском банке огурцов стоит полбанки. Что за стоны, что за всхлипы, что за крики? Вот маразм, это же Машенька с Филиппом имитируют оргазм. У-у-у-я! Ой, не пой ты, Филя, песен, где ты страшно одинок. Лучше, Филька, будь ты весел, а то накаркаешь, сынок. Ах, поклонница, зараза! Ну, вхожу я в туалет и гляжу, из унитаза к заду тянется букет. Кали приставала, спойте, спойте ей на бис. И певица не смолчала и сказала: некультурная певица, но для рейтинга сгодится. Я еще вернусь. Алла Пугачева. Алла, тебе цветы. Алла, ну прими, это ж поклонница, это ж, ты ж про них пела, про туалет. Сзаду тянется букет. Да, вот тянутся, ты видишь? Все как в частушках. Спасибо вам большое, мой народ.